Барабанная дробь. На сцене Большого зала Нижегородской консерватории имени Глинки ассистент-стажер Алексей Поспелов с открытой концертной программой на ударных инструментах. Руководитель, заслуженный артист России Игорь Каралов. Леша – это очень талантливый музыкант, молодой музыкант. Он окончил нашу консерваторию, и за годы обучения он уже успел победить на самых престижных отечественных конкурсах исполнителей на ударных инструментах. Это так, это конкурсы и в Нижнем Новгороде, и в Москве, и в Казани, и в составе ансамбля. Он также завоевывал самые лучшие призовые места. В арсенале ударника не только барабанная установка. Сегодня на сцене вибрафон, маримба, литавры. Концерт французского композитора Эммануэля Сежерне в Нижнем Новгороде звучит впервые, исполняется на маримбе. Маримба – это то же самое, что ксилофон, только увеличенный, имеет большие резонаторы, диапазон другой у него, ну и звук богаче. На малом барабане музыкант исполняет соло «Асвентурас» Герасимец. Это произведение впервые звучит в России. Зрители концерта, коллеги Алексея, ученики консерватории и просто ценители инструментальной музыки. Подобные выступления выбиваются из списка привычных академических концертов. Современные переложения, премьерные представления произведений и ни с чем не сравнимая атмосфера. Ну, как правило, здесь есть что-то сказочное, что-то мистическое, что-то такое, работающее с психикой, с настроением. То есть, ну, мне понравилось то, что я слышала. Любовь Рыбальченко, Алексей Завылов, «Объективное» на НТВ.